есть еще одна мера, которая позволяет серьезно бороться с коронавирусной инфекцией. Это вакцинация. И мы вместе с медиками развернули эту работу у себя в отрасли. Если говорить по домам-интернатам, то сегодня уже 75% пожилых людей-инвалидов, которые проживают в домах-интернатах, уже вакцинированы. Более 40% вакцинированы работники, которые предоставляют услуги и работают в домах-интернатах. Поэтому мы пошагово вот вместе с медицинскими работниками идем по вакцинации как проживающих, так и непосредственно работников стационарных учреждений. А их у нас достаточное количество. Это 92 дома-интерната и 64 таких мини-дома-интерната, где проживает около 30 человек. Ну и второе направление – это социальное обслуживание на дому. Это территориальные центры соцобслуживания, которых у нас в стране 146. И там серьезная тоже команда людей работает. Это почти 20 тысяч человек. Из них 12 – это непосредственно те, которые оказывают услуги на дому. И поэтому моя задача как министра, понимая, что эта мера очень эффективна, максимально показать и максимально обеспечить вакцинацию внутри отрасли, не только наших работников, в первую очередь, конечно же, работников, но и тем людям, которым мы оказываем эти услуги. Конечно, это добровольно, но вот разворачивать информационно-разъяснительную работу среди своих работников, среди проживающих пожилых людей, среди инвалидов – это очень важно.